это развитие, это создание рабочих, новых рабочих мест, это повышение качества почтовых услуг для оказания их населению, которое здесь будет жить. Приветствуем вас в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» на нашей акции «День электротранспорта». Значит, вот как раз наш белый камень-бумаж, который первым пользуется продукцией парка «Великий камень», на самом деле. Будет автоматически натяжение ремня и сиденье под едет. А переключать? Мы считаем, что вот эта техника на уровне лучших дорог. Именно в этом классе. Процентов всех не обеспечены, то есть потребность существует. Понятно, что как только, грубо говоря, все будут обеспечены, тогда на этом закроется. Разведено электричество, да, есть. Есть мой тепловой пункт, есть система вентиляции, там есть два способа решения этого вопроса. Есть ли общий коридор? Мы шли к этому достаточно долго, мы готовились, мы вырабатывали, разрабатывали планы, мы искали конкретные дела, которые объединят нас в этом центре. Технологии – это решение все-таки исторические миссии. С одной стороны, стремиться улучшить пользовательский опыт, а с другой стороны, обеспечить полную цифровизацию всех отраслей. Thank you.
我宣布，舟山新城明斯克国际展会中心项目正式开工。